Всем привет! Вы на канале Савельчик. И в этом видео я продолжаю показывать свои игры в Pocket Code. Предыдущее видео уже набрало 6 лайков. Поэтому я уже снимаю видео. Я тут буду показывать с самого начала, чтобы, ну, потом не запутаться, что я показывала, что нет. Вот начну с вот этого вот. Это я учился делать джойстик. Но здесь он немного как-то странно работает. Тут барьеры, чтобы джойстик не уходил, они какие-то непонятные. Поэтому вот. Я не смог сделать джойстик. Это игра для моего друга, которая почему-то не работает. Вот. Тут только один раз можно нажать. Вот эту вот игру я скачал. Вот. Это вот такая игра, где нужно на черное нажимать за определенное время. Я ее скачал просто, чтобы в нее играть. Мой рекорд — это 77. Так. Побил свой рекорд. 91. Так. Заселение планет я уже показывал. Сейчас началась самая длинная часть. Это игры под названием «Игра». Их тут очень много. Вот номер один. Вот. Это лиса, говорящая привет. Северная лиса. Только тут тяжело из этой игры выходить. Поэтому я сейчас перезагружу ее. И продолжу. Я перезагрузил пакет-код. Игру 10 я уже только что показал. Поэтому вот игра 2. Это самая лучшая игра с названием «Игра». Вот. Какое у тебя настроение? Так, какое у меня настроение? Хорошо. Давай поиграем. Давай. Вот игра. С управлением. Это пока что все. Только пока что. Вот тут очень много объектов. Дальше игра 6. Это вот такая игра. Сначала уровень 1. Так, еще раз. Тут надо уворачиваться от объектов. Так, уровень 2. Тут небольшие ошибки. Вот. Поэтому эта игра недоработана. Игра 7. Тут колобок, которым можно управлять. Это все, что я сделал. Игра 8. Очень много игр с управлением. Здесь надо уворачиваться от летающих объектов. Вот. А дальше вот эта игра. Тут можно управлять балериной. Вот. Дальше просто игра. А, я вспомнил. Это моя самая первая игра. Так. Опять все повисло. Сейчас перезагружу. И продолжу. Я перезагрузил. Вот. Самая моя первая игра. Это вот самое первое, что я сделал.
это пока что все. Опять повисло. Придется опять перезагружать. Я перезагрузил в какой-то там третий или четвертый раз. Ну, я думаю, последняя на эту серию моя игра, которая тоже называется просто игра. Это та самая игра, которую я показывал у себя на канале. Вот. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ждите нового видео. И если это видео наберет 5 лайков, как и в прошлый раз, я сниму третью серию. Теперь пока.